У нас подготовки к сборам. Пацаны что-то поколи, я чуть-чуть вздобрился, и рыбка, там макароны, суп, а эти чисто по сладостям, смотрите. Макароны, суп на завтрак, не представляю. Завтрак, макароны, суп, пельменей не было. Короче, я не могу это не заснять, Леха корявый на тореге, таскает прицеп. Что думаете, торег вообще тянет нормально? Торег нормально тянет прицеп, вот у него торег такой, купешка. Тянет он нормально, нет, эту лямку? Мы начинаем влагодрифтерские тренировки. А, что это за тигр здесь у нас? Старичок или не старичок за рулем? Кто видит? А, старичок! Много надо работать на ней. А у нас на стартах Дмитрий Андреевич Добровольский на Громе. Покрытие сложное, сухо мокро. На отсечках чисто тра-та-та. Вцепился, вклеился. Возможно, прикимарил маленько. Будем посмотреть. Тренировка похожа на летнюю на самом деле, смотрите. Возможно, это, конечно, двигатель отдых, но мне кажется, все-таки это из-под колес. Упал в бэху. Прогрел ее, сейчас поеду за ездик бахну. Все на местах, все нормально. Тест, тест, надо затестить аппаратуру еще разочек. Есть вопрос, мне не нравится. Что-то пошло по пизде. Пойду сувенирчик заберу. О, блядь. Все, все, я убегаю. Горячий. Так, у нас ПВГ, готовимся лепить снеговиков. Идет снег мощнейший. Так, бэха была, исчезла, куда дели? Укатили. Все в снегу. Все нормально вроде как. Сейчас вот так сделаем, и нормально. И поехали.